нашу прогулку к старому Сакраменто. Вчера мы так и не дошли. Мы тоже не дойдем. Не дойдем? Там далеко? Да, я честно говоря не знаю. Пока мы не дойдем. Ну, может быть, дойдем вот какой-то... А, газетки здесь раздают. А, может быть, дойдем сейчас до моста хотя бы? Да? До моста же мы успеем. Да? У меня там что-то постоянно пикает телефон, надо посмотреть. Да, все время орошают здесь. За газонами следят, в общем-то. У нас даже в наших апартаментах, а вот такие. У нас даже в наших апартаментах каждую ночь включают все время орошение. И прям вот поливает всю ночь. Красиво, приятно. Это вот самый даунтаун, да, я так понимаю? Это вот мы отошли, вот там вот сзади у нас Капитолий остался. Сейчас, если будет видно, я покажу. Вот, получается. Сзади Капитолий. Идем дальше. И что же мы видим дальше? Вот здесь опять Мейсис. Магазин Мейсис. В Мейсисе продают что там такое, да? Вещи там для дома, что-то, да? По-моему, одежда. Надо сходить. Тут, наверное, тоже может быть дороже, да? Чем где-то. Да, не в центре. Мы сейчас зашли в магазин, в который иногда заходим. И в центре там цены на пару долларов дороже, чем на окраинах. Вот краны пожарные, около которых ни в коем случае нельзя оставлять машину. Потому что штрафы там... Сколько там штрафов, не знаю. Не помнишь? Я сейчас не помню, но, в общем, короче, оставлять нельзя. Что ты сегодня, сынок, скажешь папиным подписчикам? Привет! Как дела? Ну, здрасте, я ем банан. Так. Вот у нас... Это все офисы, офисы. Ой, сори, ну вырежешь. Мы прям... Помнишь, мы там ехали? Где? В мосту. Мы ехали здесь. Да ехали мы. А что, они одинаковые здесь? Ну, он бы выглядел так же. Да? Это что, был мост «Золотые ворота»? Да. Живется сыночек здесь. Отлично. Нормально? Чтобы бабушки не переживали. Ну все, вылезешь потом, пап.
что удобно, что из района города выезжаешь на трассу, и буквально там 5-10 минут, хотя расстояние очень приличное. Вот, и буквально там 5-10 минут, и ты в другом районе вообще, в другом части города. И это очень удобно. Все дороги ведут в основном через трассу. Поэтому их здесь очень много, и они очень удобно сделаны. На таких скоростях гоняют здесь все. Поэтому, если тут аварии случаются, мы недавно видели аварию, то это очень плачевное зрелище. Не то, что у нас там бамперов подтерли и стоят потом полдня с этим бампером, а тут прям вот совсем в дребезги. Это что-то, не знаю, что это такое. Что такое? Заброшка, да, какая-то? Заброшка какая-то? Закрыто все, света нет. Хотя выглядит прилично, да? А вот я. Привет! Парам-парам-пам. Пу! А вот мы подходим к мосту. Неужели мы до него дошли? Хотя бы до моста. Мы никак не дойдем до старого Сакраменто, но хотя бы до моста. Это отель, да, или что это? Мы не знаем, что это такое, наверное. Сынуль, наверное, вот сюда. Ну, пошли. Это я к тому, что я дала вчера теорию. Направо. Ой, какая прикольная парковка, глянь. Папа, мы уже пришли, да, смотри. Ух ты, крутяк. Так, а мы куда, на мост или? Ну, давай на мост зайдем быстро, посмотрим на водичку и пойдем тогда. Потому что там, наверное, дольше у нас будет в старом. Давай. Нежданно-негаданно мы так и пришли. Мама! Да, глянь, красотень какая. Капитолия. Маркус говорит на нее. Капитолия. Вау! А вот это здание, когда египетская пирамида. Ух ты, какой тут вишняк. Глянь, как здорово. А вон самолетик. Какой-то на той стороне. Там, наверное, а? Не пойдем туда? А блин, какие-то балки торчат из этого. Это мост. Пойдемте. Пойдемте в старый Сакраменто тогда сходим. А в следующий раз дойдем, наверное, и до туда. Интересно начинается. Слушай, это, по-моему, местечко, которое в этом, в Орел и Решке. Да? Это здесь они снимали. Где они говорили, что кроме этого, что это самая скукота и скукотень вообще, которая только возможна. Что в Сакраменто вообще делать нечего. Это единственное, что можно посмотреть, это скукота. Вот
оно большое, нет? Слушай, там, по-моему, были, знаешь, как такие прям ковбойские, да, будут? Что, пойдем, мам? Сейчас, пойдем, сейчас посмотрим. Там вообще должно быть очень интересно. Там должно быть круто. Да. Ага. Ну, сейчас посмотрим. Давай пока, правда, что пока не стемнело, надо по-быстренькому, потому что потом все равно будет не так. Тут дорога железная, вон вагоны стоят. Деревянные полы. Все такое атмосферное. Интересно, вот такие урны. Читать по-английски. 2 недели жить в Америке, о себе дают знать. Они старые уже, сынок. Угу. Нет, нет. Смотри, моща какая, да? Это тетушки. Железнодорожница. Оля, привет! Смотри. Жена, с моим ростом, конечно, если сравнить, вот где-то это колесо, да, с мой рост. Всем любителям железнодорожного транспорта Ришту посвящается. Так, а мы там дальше пройдем, нет? А? Да. А, отлично. А ты что, ходил тут или что? А ты что, понтончик какой-то или что? Тут непонятные какие-то плавучие. Слушай, тут раньше, наверное, что-то было. Потому что и с той стороны пооставались балки. И с этой. Да вон, смотри, там дальше. О, значит, трехпутная железная дорога. На речку нельзя никак спуститься. На речку? Наверное, с той стороны можно, сынок, там где парк. А здесь мы никак не спустимся. Оу, е-е-е. Какая красотка. Идёт. Видел, сынок? Видя какая. Идёте, но вылежишь потом. Ну, слушай, прикольно тут. Слушай, тут интересненько, да? Ну так, конечно, пару раз погулять, я сразу буду каждый день сюда, конечно. Это они просто как декорации сделали, да? Или это как? Это магазин. Да, это магазин, работающий. Ой. Да. А ну смотри, какое здание. Интересно. Тикеты покупают. Это на ездить можно, да? На или катают тут, или нет? На дороге. Нет? Вон еще поезд какой, блин. Мощные такие прям, да? О, пойдем посмотрим. Да. Слушай, мне кажется, что это в Америке на каждом углу
снимают или клип, или передачу, да, пап? Или... Да. Или какая-то фотосессия обязательно. Здесь прямо вот. Ля, ты чё? Малявка. Ты видел, какой, глянь, граффити расписан? Ничего, расписали. Вагон Рейпина, да. Сакраменто History Museum. Это у нас что? Хантингтон Хопкинс. Станция. Мама, лень, какой дом. Ага, да. Да. Тёма, вот туда пойдем, по той стороне обратно. Вот, урны видел какие, сынок? Смотри, как бочки. Даже теперь есть мангал. Брусчаточка здесь. Слушай, тут надо вот так, да, наверное, улицами ходить, получается. Нам, мы, наверное, не пройдем. В смысле, мы это пройдем, но мы ничего не увидим. Хочешь, пойдем туда, в центральное, наверное. Там бы ничего, в принципе. Ну почему? Тут же все, наверное, они. Тут, наверное, надо как-то вот так вот ходить, чтобы везде попасть, да? Пропускаем, да, вот в этих. Ну там просто тоже вот такие все сделаны. Тематические. Изучение английского языка. Да, да, да. Да, да. Jesus вас любит. А вот уже какая-то японская кафешка, да, китайская. Китайская кафешка. А, и глянь, какие здоровские. Это витрина такая. Слушай, с какими-то, да. Вон, смотри, всякие. Игрушки, машинки вон такого с Тимофеем. Магазин игрушечный. Ну, в смысле, магазин игрушек. Ой, смотри, какой сынок сидит там, да. Он предсказывает. Помнишь, раньше были такие аппараты, куда руку кладешь, и он тебе там предсказывает. Там сидел такой предсказатель будущего. Не помнишь? Они на море, их много было. Они туда руку засовываешь, и он тебе потом бумажечку выдает. Кафешки, магазинчики. О, вон, лянь, прикольная. Да, ух ты! Да, классная, сынок, я снимаю ее. Интересно тут. Мне себе так нравится прям. Да, а тебе не нравится? Ух ты, глянь, сынок. Смотри, какие там
там интересные штучки. Зайдем? А вон, смотри, смотри, вот там вот дальше еще, видишь? Смотри, поймали. Смотри, еще вот пруд, вот видишь внизу? Ага. Мы, наверное, оттуда там порвали. Да. А не работает? Закрыто это? Ух ты, глянь, здесь тоже. Глянь, кофе. Да. Велосипеды, глянь, припаркованы. А вон, смотри, они там сидят в беседке, чай пьют. Глянь. Или какао, наверное, они пьют какао. О, знаешь. Смотри. Да, глянь. Здорово. Глянь, и молоко. Спасибо. Ага, да, да. Да, мне не надо. Ой, лошадка, смотри. Сына. Тут какие-то непонятные красный коридорчик. А вот бар. Ой, какой пес классный. Ага. Вот так-то. Какие-то забегаловки. Ау, это что такое? Это копилки, что ли? Или что это за банки какие-то, да? Для печенья. У них очень много банок для печенья, кстати, продается. Я не знаю, это то ли так у них тут печенье едят, то ли так принято. О, опять наша компания, да?